В области стартовала профилактическая акция «Водитель, пристегни ребенка». Его цель – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. В рамках мероприятия сотрудники ГАИ проводят массовые проверки автомобилей у школ и детских садов. Задействуют весь личный состав. С начала года в области зарегистрировано 24 происшествия с участием детей, при которых 25 несовершеннолетних получили ранения. Среди пострадавших 11 пассажиров транспортных средств, 12 пешеходов и 2 водителя мототранспорта. Особое внимание будет уделено повышению культуры поведения на дорогах, необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.